Опа. Блять! А, один у меня! Поджег его! Попал! Палец слева другой! Палец слева другой! Минус! Одного минусанул! Где второй? Что? Ай, блядь, второй у меня здесь тоже! Я не вижу, где! Ну, блядь, помет! А, блядь, да что это за хуйня? Эй, блядь, пошли! Ай, блядь, ты что, ты охуел? Охуеть, блядь, отличное начало. Я это сделал не специально, нахуй. Пса, да я специально, а я специально. Ты, блядь, совсем охуел. Какого хуй ты в меня стреляешь? Они нахуй орать. Хуй орать? Кто орёт-то, господи? Сделай меня потише. Пиздец. Ой, блядь, ненавижу это место. Давай быстрее. Так переезд. Не вопрос, давай по-быстрому все соберем, бля, и переедем. Ненавижу эту хуйню. Я до сих пор привкус свинца во рту. Да что ж такое? Ну, блядь, так тебе и надо. У тебя железа в организме не хватает. Я ж про свинец говорю, а не про железо. Так а свинец, это что? Дерево, что ли, по-твоему? Ай, блядь, утки. Утки, проститутки. Ну, рикер получается. Получается. Пойдем. Сука, я же даже метку дал на этих проституток, ты серьезно? Я думал, это ульен. Ой, блядь, да. Я смотрю, партия свинца, которую тебе в бушку засадил, задела важные части мозга, ты теперь хуйню видишь. А партия ЛДПР. Блять, если это была партия ЛДПР, у тебя, блять, весь мозг отключился уже давно. Да, ебаный, брат. Ой, да ладно, кого-то ты бы Жирика не хотел поносить, попариться с Жириком. Чтобы он твой блок посмотрел. Ага, попариться с Жириком. Я бы хотел, чтобы он мне сапог левый помыл, потому что правый я проебал в этом, как его. Я к Манику обращался на себе. Да, бля, Маник, сука, бля, смеешься как дьявол. В море, короче. В каком море? В индийском. А ты где? В Индии. В Индии? На границе, да, Индия, она граничит с морем. А с чем еще? Блять, с твоей жопой она еще граничит. Там с одной стороны Индии море, а с другой твоя жопа. Что-то, блять, не чувствую ничего. Ну, плохо, маленькая Индия, значит, вяло. Правильно, она там. Ну, Индия просто маленький и вялый, и поэтому ты его не чувствуешь. Блять, отжали. Вот, не может удовлетворить она тебя. Граница? Да, маленькая и вялая граница. Ну, слушай, а там же горы с одной стороны, океан с другой. Чего? Слева Пакистан, справа что там. Что? Мьянма вроде. Ну где ты, блядь? Противники! Где? Я не знаю, братан, на 225 был. Блять. Лук. Я тебя понял. Давай вниз. Можешь позицию более какую-то это займешь. Сейчас я отрыгаюсь. Айра, прекращай его убивать. Да, 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 я этот, блядь, сейчас я хотел поджечь его хотя бы один раз. Все, ухожу. Робин, тебя не забывай. Сейчас укусит. Убей ее прикладом или не трогай вообще. Утки взлетели по метке. Угу. Так, я на дверях растяжки начинаю ставить. Давай. Одна вот здесь будет. Метка. Вторая. Опять под подполом прячемся. Ну, блядь, где нам самое место? Треугольник. Да квадрат. Какой треугольник квадрат? Это ромб, блядь. Перевернутый квадрат. Ромб, он немножко сплюснут.
Какой список? Три квадрата, трапет ром, блядь, так, тропическая блядь. Фигура. Ты давай попизди мне тут, что у меня по геометрии пятерка была. А у меня было три, нахуй. Ну вот эти более не пизди тогда, блядь, учись у меня тут. Параллелограмм, это ромб, у которого стороны равны. Какие, блядь, стороны равны? Так, блядь, ну-ка, теорему бисектрисы мне выдал, ладно, блядь. Теорему бисектрисы выдал, параллелограмм, да. Параллелограмм. Вы выперли, блядь, как его, школа-то? Чего? С какой школы, блядь? Какой школы, блядь, выперли? Подожди, тебя триггерит на название... Они снова здесь. Да, вижу. Это что он ромб не знаешь, что такое? Ромб от квадрата. Это параллелограмм, бля, прямой, ты чё? Да, параллелограмм, параллелограмм. Ещё раз, скажи ещё слово. Древнегреческий ромбус, буквально... Ты, блядь, древнегреческий дебил! Параллелограмм. Да, параллелограмм. Параллелограмм. Парам-пам-пам. Сколько стоит параграмм? Да, Маник, сколько стоит? Ку-ку-ку. Параграмм? Маник, сколько стоит параграмм? Ну, нормально. Чего? Ну все. Нормально. По-моему, все логично. Маник, сколько стоит параграмм? Нормально. Нормально? Нормально. Нормально. Как рыбу ловишь? А, это, руками. Я ловлю руками. Нормально. Нормально. А вот это что такое? Это не ромб, что ли, блядь? Блядь, сука, ты заебал уже. Это на дамбе было. Это плотина. Ну да, дамб как переводится? Дамп тупой. Ну это говорит. Потише можно. Мне дверь открыли. Два отряда. Два отряда. Закинули ее что-то, не видел. Динамит. Я не уверен, но может быть тебе как-нибудь помочь. Да не, у меня все хорошо. Я тут стреляю. Ай! Это было близко. Может, на спарк сменишься? Что-то парни прям... Да, все-таки его качать надо. Что-то парни прям активно нас выкуривают. Я слева обойду. Они зашли. Нет, еще снаружи. Блять, я нихуя не вижу. Тут пиздец задымлено. Шаги слышу. Погрызи градус. Наверное. Ничего себе, они взяли. Они, бля, взяли дверь, подожгли. Ну, если не можешь измазать говном дверь, подожди ее. Так, они, походу, снаружи обходят. Смотри, аккуратнее, они сейчас могут к тебе выйти с той стороны. Да, по воде, кажется, идут. Рискованно, я, пожалуй, закрою эту дверь. Опа. Блять, есть контакт. Открыли снова. Хуяся! За все это время, 30 минут, паука не изгнали, не нашли. Ну понятно, все это один отряд, значит, здесь у нас. Его уже убили, но и не изгоняют, там засада. Вы потом здесь всех убьете, пойдете туда и умрете на нем. Ну или так. Мы всех здесь умрем. Да, мы помрем здесь, Маник. Нормально. Здесь всех убьете, пойдете на спидера и там умрете. Нет, мы здесь умрем. Я здесь умру. Блять, как ты меня заебала? Сейчас я тебе на орехи дам. На. Лови. Блять, давай. Ау, да сука! Тебя там убивают? Не, нормально. Ну так, царапают. Не стоит, молодцы. Стоит, но я пока нормально. Я тебя позову, не переживай. Я крикну. Возле лестницы что-то подожгли, вниз кинули. Через лестницу заходят, да?
Да-да-да. Ну, кидают, по крайней мере, пока не заходят. Блять! Сука, ебать они, стрелки. Меня, сука, заебало, какого хуя они только с моей стороны наступают? Нет бы с твоей стороны обойти уже, чтобы ты кому-нибудь там выстрелил. Сейчас я выйду, по канонам зайдут. Ну да, как обычно. Ой, блядь, да иди в жопу, да, и я не попал, да, ага. Шаги бегут. Там что, второй отряд, что ли, подоспел? Кто в кого стреляет? А, он в дверь хуярит. Непонятно зачем. По воде кто-то идет. Угу. Крадутся. Смотри, сейчас может у тебя выйдет. У меня! Блять! Сука, я ранен. А, вошел, вошел! Внутри! Минус, один минус. Второго ранил. Блять. Я ранил второго, блядь, меня залечит. Кинь! Попал, попал. Тебя убьют справа, он справа на заводной стоит, блядь. Бля, спасибо, что я... Вон дырка, видишь? Хватит орать, пожалуйста. Пиздец, блядь, у меня одно большое деление, я хуею. Кинь колючку, бомбу, чтобы пройти не могу. В дверь или сюда, выбирай. Смотри, выйди здесь и налево. Там сетка стоит, понял? Так, ладно, я этого обыщу. И подожгу сразу. Кто сначала ловит? Попал. Добиваю, он сильно коцает. Поджог. Паркс-то хуя отнимает, тебе пушить надо, пока не замечает. Бля, он снаружи стреляет, это... сука! Я кошерно упал, подними меня. Идут. Хорошо лежу. Ай, блядь, вон он, здесь, он здесь! Пар! Есть один. Ага, вижу тело, лежит. Поджигай. Бля, ну хуя ты его поджег, Ром белый, тут никого нет. Зачем я поджег? Охуеть. Все, я не буду больше этого лайба слушать. Орет, блядь. Ой, блядь. Заглуши, удали его. Да, сейчас, блядь, пиздец, заебал. Все, сектор, ты доигрался. Сейчас я тебе с канала, блин. Хуй соси! Сань, хуй соси! Бля, я тоже хочу поорать, сука. На какую кнопку, блядь, на какую кнопку у меня вот сейчас? А что у меня есть? Фу, блядь. А у тебя нету, а у тебя нету. Ты сейчас, ты сейчас сдохнешь. Майк, ну не трать на эту хуйню время. О, я сейчас сдохну. Ой, 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 кто-то забыл. Ой, 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 ой. Ай, больно, ай! Я бы это поднять. Он не знает, как тебе подойти. Сейчас.
сейчас его насадят. Ай, насадят его сейчас. Сейчас ты умрёшь. Как обидно, когда твой просёр видно, да? Очень обидно, вообще не могу. Я умру с этой обидой. Давай, отомсти ему, отомсти за свою тупость. Жаль, он внутрь пройти не может. А может его поджечь у этого второго? А кстати, а где второй труп? А, вижу. Блять. Сука. А у тебя перк был, как бы ты взял? Блять, обидно очень, очень обидно. Не могу, обидно пиздец. А как бы подобрал? Обидно, все, завали ебало, обидно, 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 обидно. Так, для тех, кто не слышал, я сказал, что у меня телефон. Я не слышал. Ну круто, я сказал. Симметрично. Два раза. Ну а я сказал два раза. Я подсказки смотрю, понял? Ну, потому что ты все зрение уже потратил, да? Их две тут. В общем, учитывая, что здесь, ну, что перестрелка была только с одним отрядом, либо было два отряда, и один из них ушел после того, как в него второй отряд пострелял, либо... либо здесь, ну, либо один отряд, не знаю. Либо засада на спидере. Ну, либо засада на спидере, да. Посему? Посему? Ты серьезно? Оставь секунду. Да суча, ты, блядь. Что? Что не так? Не успел, да? Я перезаряжался, у меня дозарядная, блядь, долбоёб. В голову, ты бы, если бы ты в голову попал, ты бы сразу её убил. Вот именно, блядь. Ты, блядь, чё тут под это, блядь? Опять начинается. Сё, ты чё себя как малаха берёшь, а? Блядь, пиздец. Ты почему меня обижаешь? Ну ты же любишь быть обиженным. Ага, контакт. Бля, да ладно, серьезно? Да ладно, померещилось. Это Грон был. Уайра видео. Где враги-то? Нет никого. Страшно, да? Блядь, ты серьезно? Сука, Маник, я тебя когда-нибудь выебу. Блядь, и не так, как ты хочешь по-интересному, а ржавой кочергой, обмазанной спидом, блядь. А я не слышу тебя, я не слышу, когда мне гадости говорят. Да, 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 ты этот, блядь, как его, провел зиму в храме Шаолинь на горе, сука, и научился блокировать все негативные эмоции в твою сторону, да? Ну, да. Мастер, блядь, хуйцанства. А нет разве? Да, я дельфином был красивым. Кстати, самое смешное, раз в жизни угощали, помню... этой мясом дельфина, и самое смешное то, что он на вкус как лосось почему-то. Как на вкус? Нежно? Ну, как лосось. Как лосось? Да. Блять, я хотел лосось в каком-нибудь белом соусе. Не, ну тут два варианта. Либо меня наебали и просто подали лосось, и ради Хоффман сказали, что это ебать дельфина, я там изображал. Либо реально дельфин, он как лосось. Нужно в интернете забить какой-нибудь. Где-то плачет один салмон. Бля, это так не работает. Ты в интернете забиваешь, и у каждого там свое мнение, что, мол, типа, утка, она как индейка, а индейка, она как утка. И причем каждый оказывается неправ, блин. Ну, утка не как индейка, не надо пиздить. Ну, это так и есть. Она похожа, блядь, по консистенции, но у нее какой-то прикус такой приятный. Отличие от индейки, индейка щипает. Никакая. Ну, вообще, она намного, у нее мясо намного жирнее, то есть... Ну, ей на плаву надо оставаться. Бля, я сейчас не про утку, я про индейку. Ну да, они плавают. Индейки плавают? Я не видел. Наверное. Бля, спасибо большое, а можно убрать эти объявления? Я нихуя не вижу. Чё говоришь? Враги, враги! Идиот, блядь. А он не слышал. Он нихуя не слышал. Блядь, да я отвлекся, блядь, пиздец. Таджикистаном она. Один человек вроде.
Понятно. Давай через этот, через низ обойдем и другой вход выйдем. Над нами, да, один вроде. Маник, ты где? А, все вижу. Одного испугались и... Да, вообще, сукуны, да, пиздец, мы пиздец, сукуны, пошли отсюда. Засали одного парня убивать. Там двое. Тем более. Тут шапки. Ага, за забором. Не этот. Ворота закрой. Да, закрой ворота. Эх, сейчас мы шприц. Бля, у нас не более 4 минуты осталось, блядь. Бля. Времени засали, перестреливаться с ними, времени блядь, нет. В термоядерном взрыве нахуй умрем. Вот именно, блядь, вместе с ними засали. Вот так засали, пиздец, нахуй, что аж времени нет. У нас яиц нет, не забывай. Ага, ни яиц, ни времени. Пиздец. Ой, я так рад, что вы сдружились за эту игру. Да, 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 да. Главное вовремя сделать покер-пейс. Мы это сектор, как СССР и Антанта перед лицом общего Гитлера решили объединить усилия. А вот сейчас обидно было. Какие мы нежные! То, что происходит после этой фразы, с тобой уже свершилось давно. Ушли. Блять, не туда. Пстец. Погоди, слушай, они тут что, всю игру, что ли, просидели? Ну да. Пстец. Ну всем надо кушать. Бля, 3 минуты осталось, мы успеваем? Да. Тут за 5 минут вся карта преодолевается. Так осталось 2. Ну, если тебя никто не тормозит. Ну, пока нас не тормозят вроде. А, вроде непрошенных гостей на сервере, да? Какие непрошенные? Это Коко Рикона. Да пиздец! Если вот они вас ёбнут перед выходом, будет пиздец. Ну да. Да ну в жопу, они час здесь проходили, как какой-то хернёй занимались. Да, блядь, мы играли, как это, не помню, с кем. Не блядь, было там, такого. Там чувак, ничего. Короче, они провели до самого конца, мы 2 боссов изгнали, они стреляли. Не было такого. Да, а, конечно. Да, я просто хуею с этих людей, и чем они занимаются, какой в этом смысл? Ходить и страдать хуйнёй непонятно зачем. Они свернулись, жили жизнь нормальную, общались с тёлками на Тиндере. Тут можно позаниматься в охоте чем-то полезным. Базарю. Ну да, базаришь. Подбросил дым монетку. Дым под себя кидай. Дым под себя кидай. Идут сзади, двое. Близко. Блядь, отжиг. Ай, блядь, сука, что это? Пиздец. Все, валим. Кинь в них говно. Говно в них кинь. Они рядом. Говно кинь в ту сторону. Нет, ты слишком. Ты не туда кидаешь. Опа. Блядь. А, один у меня. Поджег его. Попал. Маник, слева другой! Маник, слева другой! Минус! Одного минусанул! Где второй? Что? Ай, блядь, второй у меня здесь тоже! Я не вижу, где! Ну, блядь, помет! Ааа, блядь, да что это за хуйня?! Да это этот пидор! Сука, чьи эти тараканы?! Видение используй! Какое? Я Айра говорю! Да ты вон, обращаешься вон, с той стороны! Нему. Со стороны я телеги! Я знать, кому ты обращаешься, я блядь! Я справа хожу! Вижу! О. Блядь! Минута. Он не даёт вам, он не даст вам... Попал! Я попал! Он не даст вам его вырваться! Пушьте его, блядь, он поём! Блядь! Ааа, у меня патроны! У меня патроны кончились! Давай, ну, а, всё, убил! И я убил того! Иди в голосовой чат! В голосовой чат! Да? Ты другого не обшмонал, ты другого не... Блядь, там наш тысяча! Маник, сваливай! Маник, время кончается, Маник! Быстрее, Маник, время кончается! Где второй? Паника! 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 Нас атакуют! Ааа! Паника! Я вижу! Я вижу! Я вижу! Долбоёбы, вы голосовой чат игровой не кричали. Там показывают. Ну всё, блядь, игра потеряна. Всё, да, блядь, Альтер 4, да, всё, хуя вообще.